Так, Аришка учится заплетать. С самого простого начнем. Делишь на три части. Дели. Дели, не стесняйся. На ровно примерно. Так. Разделяла? Ты это берешь? У меня уже только две руки. Ты это берешь? Это ставь. Ты берешь? Так, сюда. Теперь это берешь. Вот это тоже? Нет, эту держи. Нет, эту держи. Берешь эту, пусти. Берешь эту. Угу. Смотри, вот так вот берешь. Вот эту пальцем держи. Смотри, вот видишь, я вот эту держу вот так. Держи так. Пальчик, рука такая делай. Что? Вот так вот. Делай. Вот так вот. Вот между ними этим пальчиком ты засовывай. Да? Угу. Вперед давай. Сюда. Внутрь. Так. Отпускай. Видишь, они уже тебе не спутываются. Теперь эту делай. Эту-то держи, я же как будто меня нету. Угу. Давай эту. Угу. Перехватывай эту. Ну вот, видишь, она догадалась. Давай теперь. Так. Растягивай, не бойся, растягивай. И поближе к этому. Поближе к этому держи. Угу. Давай. Бери. Ты бери. Сюда. Растягивай, натягивай. Натягивай? Ты можешь сюда тянуть. Куда? Сюда? Все, давай. Эту давай. Эту перехватывай. Эту-то не забывай эту держать-то. Натягивай. Давай сюда. Перехватывай сразу же, быстро перехватывай. Вот здесь время держи около корней, около основания. Эту бери. Давай сюда. Ты думаешь, куда надо? Угу. Эту не забывай держать. Не могу, ну вот такой две руки. Да вот так между пальцами себе делай. Угу. Нет, между вот этим пальцем. Ага, давай это. Нет, это другой рукой. Зачем здесь держаться? Угу. Это вот. На две руки сделать. Да. Все, давай сфотографируем. Так. Подожди, не уходи. Сейчас еще, чтобы она была... Сейчас. Ну и чтобы она была более объемная. Здесь. Покажем, как она получилась. И чтобы она была более объемная, вот вытягиваю. Можно я расширяю вот эту кончик? Да. Красивее. Сейчас. Смотрите, будем вытаскивать туда волосы, так что надо там заново расчесывать. Может, пока не расчесывать. Угу. Чтобы она была объемная, вытаскивай вот эти, по краям, не отсюда тащи, а по краям, чтобы она больше была. Так, давай отсюда вытаскивай. Вот так? Ну да, немножко. Ну, можешь побольше взять, можешь. Мне, я лучше начала поменьше. Не надо полностью вытаскивать, зачем ты это делаешь? А почему пончики нельзя вытаскивать? Потому что они будут косые. Вот такое. Просто волосина торчит. Давай. Чуть вытаскивай. Вот так вот берешь так-то, пощипаешь. Давай. Сидела уже. Только не распушивай. Все, вот сюда вставай. Мне нравится. Вставай сюда. Будет у нас парада. Угу. Вставай сюда.